И всем привет, с вами я, Александр Сычков, и в этом видеоролике я буду играть в Warface. Мы будем играть сегодня в рейтинговый матч за нашего штурмовика. Кстати, ребят, штурмовик — это кто у нас тут? Штурмовик, да, это у нас такой вот человек, который... давайте за медика все-таки сыграем. Ну, давайте на всем таком стандартном поиграем, ладно. Давайте это все стандартное возьмем. Все, что у нас здесь есть, все пусть будет стандартное. То есть ничего такого особенного не возьму. Пусть у штурмика останется. Я забыл. Снять с него снаряжение все. Я вам говорю, будем играть сегодня на всем таком вот, можно сказать, стартовом. Да, будем играть. Так, все. Я думаю, это все. Так, играем мы в рейтинговый матч. Мы проходим одну всего лишь карту. Да, мы сегодня играем одну всего карту. На РМ. На стандартном на РМ. Так, ждем вот. Мы уже входим в комнату. Вход в комнату. Так, мы вошли в комнату. Переулки. Подрыв. Мы будем играть в рейтинговый матч, а именно РМ, как его называют. В общем, мы будем играть в подрыв. Да. Я не помню, что такое подрыв, но что-то связанное с взрывами, я думаю. И нам нужно будет или там сделать эту какую бомбу, которую нужно было будет заложить, или что-то еще. Я не знаю. Я не помню, я давно не играл в Warface. Я только вот неделю как начал уже. Поэтому я пока что забыл все, что здесь я проходил. Но это не важно, это вам это как-то знать не обязательно. Ладно. Ну что ж, ожидания остальных игроков, я думаю, уже все подкачали, здесь все готовы поиграть. Игра запускается, уже запустилась игра. Так, ладно. Раунд начался. Так. Да, мы должны поставить бомбы, давайте. Бомба взята. Все, бомба взята, так. Побежали. Значит. Так. Ребятки. Наше действие — это заложить бомбу. Это самое главное действие, которое мы должны, выполнить. Зафлешили меня. Гады. Так, уже нашего одного слили, значит. Значит, мы бежим к тем, кто нас вообще слил. Я так понял. Так. Да. Двоих уже слили. Это очень офигенно, конечно. Бомба установлена. Круто, конечно. Ну все, они слились, короче. Нет, еще не слились. Так, ого, нифига себе. Раунд проигран. Врагу удалось обезвредить бомбу. Дефуз. Установите бомбу. Давай. Раунд начался. Ладно. Работаем в паре. Да пошел ты. Дверка. Давай. Опа, подкат. Еще один подкат. Да, и меня слили. Сразу прям. С одного выстрела, считайте. Игрок с бомбой убит. Но это не важно. Бомба взята. Ну. Давай, игрок с бомбой. Тащи. Че, кто-то стреляет там? Кто-то стреляет вроде, нет? Да, но они как бы слились. Так. Я не понял, что это, но этот звук исходит оттуда. Ну ладно, не важно. Осталось два врага всего. И мы сейчас будем тащить, я думаю. Бомба установлена. Так. Ну давай. Сейчас будет, смотрите, как круто. Тихо, внизу. Кроссовок. Давай. Ты дебил!
Противник обезвредил бомбу. Раунд проигран. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Можем начинать. Нафиг это бомба. Да блин, да как так? Почему я не могу его убить-то? Что такое, блин? Почему же я его не убил? Бомба установлена. Ну ладно, неважно. Так. Один он один. Ха-ха, тетка. У них команда что-то, вообще автобаланса нету. Смотрите, мы РМБ, а они, смотрите, вообще ранги офигенные. Команда противника разбита. Ладно. Миссия выполнена. Офигенно мы их убили. Установите бомбу. Точнее, как возле мы... одного из объектов. Пошел вон. Раунд начался. Бомба взята. Типа я, который сливает? Или тот, который ноу-слив? Шевелитесь, мы отступаем. Прикончил его. Окей, окей. Все ко мне. Тихо, тихо. Граната. Так. Тихо ухожу. Граната. Граната пошла. Да как так? Ну ладно, ну пофиг. Не люблю рейтинговые матчи. Они тупые. У меня рейтинга, блин, ноль здесь. Ты лох! Бомбой убит. Почти. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Ну конечно. Два человека. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Давайте. Бомба взята. Еще раз. Просто буду кемперить. Тихо. 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 Так. Ну похрен. Ладно. Граната одного пошла. Убил, ладно. Ха-ха-ха. Вы видели, как я его убил? Вообще круто. Ну ладно. Чё, давайте, давайте. Одного убил, ладно. Уже какой-то хоть в рейтинге хотя бы как-то вообще пойду хоть куда-нибудь. Я думаю, что пойду хоть куда-нибудь. Но это не точно, ребят. Возможно, мы все проиграем. И мы пойдем в минус. А в минус мне не нужен. Поэтому просто это не круто. Нет. Но это не точно. Но если бомба это было бы установлена. Точно, то это было бы точно. Но это не точно. Так. Ха. Диффуз. А стоп, а как он? Твою мать, я же его убил. Я же убил его. Я же убил его. Ха. Он вернулся. Он вернулся и, в общем... Раунд выигран. Команда уничтожена. Лох. Защитите стратегические объекты. А-ха-ха, да. Начался. Как его там? Я фруктовый. Ха-ха-ха. Лох. Убился, блин. Счет 3-2, ребят. Мы тащим. Как всегда. Так.
Тихо, тихо. Тихо, пошли. Меня попали. Я обработаю твои раны. Просто стой смирно. Так, тихо. Благодарю за помощь. Чел, я всех спасу, давайте. Спасу всех. Один. Ну, он, конечно, всех затащит, как всегда. Мы выиграли раунд. Молодцы! Вражеский отряд разбит. Че, до пяти играем или до скольких? Защитите стратегические Видимо, до объекты. Ну, я не помню. Раунд начался. Если честно. Осторожно, граната! Так. Так. Надеюсь, сзади никто не пробежит. Близко. Хотя нет. Это дофига как далеко. Тихо. Так. Тихо. Не шевелись. Есть! Есть! Мы затащили все! Охренеть! Все, последний раунд, походу, ребят. Это последний раунд. Оружие заряжено. Я не знаю как. Но они затащили, охренеть. Охренеть. Два убийства, я не на последнем месте, охренеть. Неужели? Да неужели? А, уже одного. Ах, блин. Нас уже там, блин. Тихо, 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 тихо. Черт. Тихо. Постой на месте, спасибо, я подмотаю тебя. Тихо, блин. Благодарю, Дон. Бомба установлена. А где? Ну, впрочем, не важно. На второй? Видимо, да. Тихо. Прикрывайте. А, там никого нет. О, я разминирую бомбу. Охрененно. Бомба успешна. Охрененно! Охрененно! Мы победили. В последнем раунде я еще даже бомбу успел разминировать. Мы просто так затащили. Это охрененно! Просто это офигенно, ребят. Мы затащили, мы прошли рейтинговый матч. Давайте посмотрим, сколько мы за него получили. 10% для ранга. Так, для звания, извиняюсь. Охренеть! А, просто охренеть! Да, опыт, ладно, это как бы ладно, опыт, это... Ладно. На 2 доллара. Ну ладно, это как бы ничего не меняет. Ладно. Охренеть! Просто, вот. Честно, других слов нет. Мы просто затащили. 6, мать его, 2. Это просто вот... Мы затащили, вот. Реанимирован. Они все, что ли, медами, что ли, были? Я не понимаю. Они всех, смотрите, реанимировали 7 раз, по 7 раз все. Я только 4. Ну, круто. Так. 750 мне еще приз дали, 75 корон и дали какие-то гранаты. Желтая дымовая граната плюс 25 штук. Использовать. Конечно же, ребят. В общем, это все. Мы прошли. У меня 2000 долларов. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.